Все зашли в игру. Да, ребята, мы продолжаем играть. Показать. Это у нас марафон с Алексом. Так, ну эта карта у нас была уже. Да, но, к сожалению, ничего иного я там выбрать не смог. То есть выбирайте только это. Ну хорошо, мы как бы уже имеем опыт, знаем что-то куда. Поэтому попробуем повыживать с незнакомыми нам людьми. Как-то не рывками. Ты смотрел вообще наверх? На... Вот на... А интересно, это как-то связано с сюжеткой Black Ops 2? Даже не знаю. Я тоже. Black Ops 2-то не играли? Нет, не играли, это зомби. Вот этот атомный взрыв меня, конечно... Я предлагаю эту серию поиграть и попробовать именно мультиплеерную часть. Да, да. Мультиплеер. Побегаем, посмотрим, что там да как. Что-то как-то мы оживились, знаете, уже как бы давно поздно, уже все спят. А мы с Алексом тут... Громозека, смотри! Громозека! Я встретил... А где Алиса, Громозека? Я планета Железяка, да? Потерял Громозек. Алиску потерял. Блин, прикольный Громозек. А ты видел, что епошки своровали, короче, Громозеку? И на свой лад они там что-то сделали. Ну, как обычно. Угу. Еще у них Чебурашку, да, с Чебурашечкой, я помню, быть, было, значит, там, плагиата. Ну, на Чебурашку права заявлены, насколько я знаю, на Чебурашечку права заявлены, поэтому копирование Чебурашки — это очень, блядь, опасно. Придет крокодил Гена и даст вам всем. Пизделей по полной программе. Так что имейте в виду, блядь. Откусим вам, блядь, эскимо, блядь. Давай что-нибудь споем. На голубом вертолете. Голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Покажет, да. Только не кино, а вот этот взрыв, конечно, очень эпичный. Эпичный. Ну, тебе не кажется, что низкополигональненько как-то для конца 2012-го, когда уже люди, играющие в Crysis 3 альфа там тестирование, да? Графончик можно было бы и лучше сделать, как я. Это кто-то кидает? Ну, это же Call of Duty, я... Не жду от этой игры графона. И никто уже, я думаю, давно не ждет от нее графона. Вот просто вот не ждет. Потому не что ждет. Это смысла никакого не имеет. Кто кинул гранату? Так, ракета. Блять. Я что-то взял. Какой-то ракет? Я маленький взрыв устроил. Это я взял его вроде бы, нет? Или ты? А может, и ты взял? Не знаю. Интересно, люди нас узнали, с которыми мы играем? Громозека? Да не, вряд ли. Жалко, жалко. Хэдшотики. Ну что, ребят, давайте зайдем внутрь, что ли, нет? Я думаю, что играют иностранцы. Парни, вот, заходите. Парниши. Что-то мы не были здесь, да? Алекс, иди сюда. Чтобы открыть на втором этаже дверь, цена 1000 рублей. А ты где вообще? А, тут можно тоже дверь открыть. Я тут хожу по этому. Я открыл для вас только что дверь. Наверх, давай зайдем. Да там закрыта дверь. Или ты ее открыл? Я только что за бабки открыл. Она закрыта, а мне открыта. Ой, а мне закрыто, то бишь. Ой, ребяточки, вы где бегаете? Идите сюда. Алекс, come to me, my little friends. Ты вообще куда? А, ты в этот, что ли, зашел дом, а я в другой зашел. Ух ты, нихрена себе, что это было? Я не знаю. Ребята, ребятки, активно. Активненько. Я понимаю, что ночью многие устали уже. Блин. Но у нас... Алекса нужно... Я вижу. Сейчас, подожди. Отлично. Так, тебя оживляют, иди за мной. За мной, Алик, куда ты побежал, блин? Бегу, господи, это боже мой, бегу. Где вы? Где ты? То вот, отлично, иди вы? Сюда. Я вот там купил проход. Давай, дверь. Пошли. Херашич. Вот, смотри, здесь было заперто. Там кого-то оживить надо. Я думаю, не помогут друг другу, нет? Я думаю, да. Один другому поможет? Ребят, ну помоги ему, а. Так, идем. Идем. Мы в дверь, да? Давай зайдем, посмотрим. Первый этаж, что тут у нас есть... Так, ничего полезного. Фух. Смотри, холодильником. Нет. Цена 1000 рублей убрать его. Я убираю. 1000 рублей, блядь, приз на барабане. Убрал, да? Куда ты лезешь, ты ебан? Так, ну что, я на балконе? Я тут в противоположной стороне, смотри, какая-то спальня. Нет, вот эта идея, конечно, хорошая, да? Так вот и да. Накапливаешь, смотри, открываешь. Вот тут можно убрать диван, надо 1250. Может, нет смысла его убирать, я не знаю. А у меня нет таких денег. Пока что нету. О, Эмочка, смотри. Эмка, ребята, зашли нет, уже. Нет, по-моему, есть смысл. Смотри, это нас, наверное, блин, куда-то еще отнесет. На какую-нибудь... А, нет. Ну, а куда нас это может еще понять? Не знаю, не знаю. Знаете, наверное, что есть надо? Смысл, надо... раз убрать? Ну, не знаю. Блядь. Я уже перепутал, думал это... Давай. Вижу. Бери. Вот это там огненный смерч катается. Так. И похоже на пейнткиллера. Я просто... Че такое? Откуда вы лезете-то, ёпты?
Ух, два хедшота. Сзади, сзади, сзади. Да-да-да, вижу, вижу. Как хорошо, что я новую мышь купил, блядь. Сейчас бы тут был бы анонизм без рук, блядь. Так. Сзади, сзади, смотри. Вижу. А, тихо. Я на перезарядку. Вот сука. Блядь, меня надо реанимировать. Давай, давай, у меня Громозек, Олеч. Спасибо тебе, милый человек. Громозек, меня, Олеч. Будь другом. Будь френдом. Лечит, лечит. Хорошо лечит. Ну что, идем что-нибудь купим? Блядь, ну что, Громозек, может быть, шкаф мы... Громозека, сейчас, сейчас, подожди, друг. Иди сюда. Ты нас, нам помогал, и мы поможем тебе. Да-да-да. Где, тут, где-то еще один валяется. Все, мы квиты, походу. А, да, внизу где-то один лежит. Заряжай ты, ебаный, я не прыгаю. Дерьма, а. Блядь! Парни, вы чего там? Вы претесь-то, ебал я в рот. Пидорасы. Кто-нибудь живой остался? Давай, убирай. Так, живы, нет? Меня лечат. А, хорошо, хорошо. Так, надо пойти парнягу вылечить. Где он там? Идем, обратно, идем, да? Идем, да. Вниз. Блядь. Прыгающий зомби. Тихо, пошел взад. Алекс, вылечи. Алекс. Блядь, иду, бегу. Ты где, внизу? Ну, посмотри, я подсвечиваюсь. Да тут все, блядь, вы уже подсвечиваетесь. Ты конкретно кто? Ребята, ребят, помогите. Ебаный в рот. Пожалуйста. Ты на втором, что ли? Да, да, да. На балконе, ты что, о, что Громозека, говоришь? Громозека активненько нам помогает. Спасибо, балкон, парень. Вообще, ты очень да, хороший человек. Так, идем откроем что-нибудь где-то. Держимся в кучке, наверное. 3000, прикинь, убрать эти обломки. Да херашечки. Дороговато, вы знаете, однако, дорого. Так, тихо, 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 свои, свои, свои. Пали конторку. Так, ну я диван убрал, короче, здесь. Ой, ой, блядь. Пиздец, блядь. А ты диван убрал, что там? Да, особо ничего. Ну пиздец, блядь. Да перезаряжай ты, мать твою. Да он, я говорю, он это делает очень долго, сука. Просто, когда бегаешь, нельзя перезаряжаться. Не перезаряжается, да. И приходится останавливаться. Ну, мне похуй, я автомат взял. Так, я пошел на второй этаж, короче говоря, наверх. Там можно было убрать эту хуйню. Но. Кому плохо-то, ёпта? Ой-ой-ой. Лечите, вот, вы быстро прибежали, так я хотел его уже лечить. Это, да. Их сзади. Блять! Перезаряжай кусок дерьма, блять! Так, сейчас, подожди. Лечит тебя, да? Меня кто-то лечит, да. Хорошо, держимся. Блять, ну что там такое? Почему меня никто не вылечил-то? Я хотел тебя вылечить. Все, походу, все, блять. О, блять. Жестоко, да? Это жесть, блять. Смотри, падает, видишь? Снаряд, блять. Хиросима, да, да, походу. Да-да-да-да-да. Охереть, это ядерный взрыв, блядь. Ладно, посмотрим, что будет в сингл-версии. Может быть, это действительно как-то с этим связано? Ну что, я думаю, на этом зомби-мод закончим. А сейчас перейдем на мультиплеер, посмотрим, что там. Ладно, ребят, пока-пока. Давайте, пока.